15 июня оперативным штабом в Тверской области проведено антитеррористическое учение. В нем приняли участие представители всех силовых структур и экстренных служб Верхневолжья. По легенде, атаке вооруженных преступников подвергся Реткинский опытный завод в Конаковском районе области. Злоумышленники взяли в заложники работников предприятия, выдвинув политические требования. С учетом складывающейся обстановки, руководитель регионального оперативного штаба принял решение о проведении контртеррористической операции. В результате штурма бандгруппа нейтрализована. Работа предприятия восстановлена. Угрозы жизни и здоровью граждан нет. Выявленные во время тренировки недостатки будут учтены при дальнейшей организации антитеррористической системы мер в регионе. Первым отделом по расследованию особо важных дел регионального следственного комитета по материалам, предоставленным у ФСБ России по Тверской области, возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника межрайонной ИФНС России номер 12 по Тверской области по признакам преступления, предусмотренного пунктом Б, частью 3 статьи 291.1 Уголовного кодекса, посредничество во взяточничестве, совершенное в крупном размере. По версии следствия, 13 июня главный государственный налоговый инспектор отдела выездных проверок ФНС, находясь на улице Строителей города Твери, передал должностному лицу налоговых органов взятку, сумму которой составила 500 тысяч рублей, для решения вопроса об уменьшении налоговых платежей и штрафных санкций по результатам проведенной выездной налоговой проверки в отношении одного из обществ. Сразу после передачи денежных средств налоговый инспектор был задержан на месте преступления с сотрудниками УФСБ России по Тверской области. В ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время по делу проводятся следственные действия и оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.